Всем привет, продолжаем играть в ТЛТ, мы с вами заканчиваем борьбу с одним из войск Изенгарда. Чего вы пешком бегаете? Я вообще не помню, кто вы такие, ладно. После этого поддержим своих в попытках разбить один из лагерей, а там дальше будет видно. Взяли. Это очень хорошо. Это мне очень понадобится. И Младрис увидел, что мы помогли. И я очень хочу поучаствовать в захвате. Но сначала отборный страж. Мечник. Давайте мечника будем делать. Не знаю зачем, но будем делать мечник. Я надеюсь, они на следующий день типа начнут сразу сражаться, а не будет так, что я буду сидеть и ждать. Что там по... Да, конечно, тут все плохо. Тут выбили просто всех, кто был. Осталось только Минас Тирит, один город у них. Печаль, беда. Ну, пожалуйста. Мне нужно добраться для разведки вместе, надо, чтобы оценить ситуацию. Я хочу, чтобы ты отправился в Даланский лагерь, личный лагерь, аванпост, а затем доложил об увиденном. Окей. Тихо. Сохраняемся. Ты живучий такой, я по тебе попасть не могу. Хороши. Прям держат божественно. А, уже закончилось. Стрелы. Да. Шикарно. Шикардосик прям. А. Тут есть. Тут. Так, хорошо. Ah!
Ай-яй-яй. Больно, 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 больно. Дай пройти, дай пройти. Чего встали? В атаку. Хлопцы. Так, кто тут еще остался? Все. Все. Это, кстати, был последний, с кого мы добили. Шикарно разведал. Так, и... Ой-ой-ой, прям 4 армии валят. Еще какой-то мне надо было, да? Аванпост. Аванпост, дуван, речной лагерь. Так, блин, речной лагерь, это ж вы стоите возле него, вы пьяные, что ли? Тихо. Нет. Нет. Да. Я не знаю, получится или нет, потому что... Прям... Издеваешься, что ли? Ладно. Разбили, да? Ну да, какое тут задание, когда я разбил все, что можно. Так. Идем сюда, идем на склад, идем, берем вот это, сдаем вот это. Сколько? 800 есть. Тут оружие 1000. Прекрасно. Движемся дальше. Не забываем сохраняться периодически. Так, по заданиям это все, кстати. Задания я все, что было ли, выполнил. У нас остался из тех, кто не осажден, еще Изенгард и Дуланский лагерь. И дальше мы двинемся уже на Мордор. Харадов, Хандийцев и Умбар. И это уже будет тяжелее. Почему тяжелее, спросите вы? Потому что... Там Мордор. Мордор самое неудобное, блин. Государство, с которым надо сражаться. Так. Смотрим. Повышаем. Повышаем. Пока все. Вот, все. Осаждают. Давайте. Посаждаем вместе с ними. О, тут еще один конвой. Орк с нога. Кстати, можно перебить их на самом деле. Долго. Долго за ними бегать. Блин, у этого одна говядина. Ну что за херня? А чего вы все такие вот это вот нарядные бегаете тут? Идите, осаждайте лагеря. Хорошо, хоть что-то. Ой-ё. Тут прям жестокая херня получилась. Ладно. Ладно. Эльфы темнолесья. Более не под осадой. Да. Ладно. Не то чтобы это было нереально. Не
это можно убить. Но всех сразу я не убью, да. Но по отдельности можно было бы их разбить бы. Темнолесье давайте. Хотя нахрен мне темнолесье. Думаю взять еще пару бойцов, но если с темнолесья буду набирать, то в итоге потрачу все очки, которые там есть, очень быстро. Ладно. Вот это я заберу у тебя. Потому что мне нужна еда. Что, в чем проблема? Почему вы, блин, вечно разворачиваетесь и убегаете? Получится догнать сколько-нибудь. 5,2, у меня 5,5. Смогу догнать. Вообще на изи. Еще присоединились ко мне, на кой бог. Ребята, у меня и так лучников из темнолесья, как говна. Мне не нужна помощь. Да, с пуманцами очень тяжело сражаться чисто из-за музыки, которая бьет по ушам. Остался только Изенгард и Донланцы. Мы двинемся дальше. Движемся вот сюда. Полевой склад. Вот это мы сбрасываем. Казармы. Вот это продать. Готово. Двинули. Так, у нас готово к повышению. Эорла 1 становится неплохо. Войско Изенгарда. Так, что у нас тут? Тут все так же. Все так же, все там же. Ой, ты какие вы интересные бегаете тут. 138 рыл, да? Под осадой. Ну, у них шансов мало на самом деле. Если не припрется с Изенгарда помощь, то очень даже мало. Давайте-ка мы сохранимся пока. И подумаем, куда бы нам двинуть еще. Так, а мечник тут... Тут. Надо бы вот этих всех ребят, наверное, повыше подымать. Вот этих вот всяких. Пускай сражаются у меня на передовой. Правильно, правильно. Пускай становится лучше. Страж тоже повыше подымем. Этих переквалифицируем, потом мечников будет вообще шикарно. Опытный лучник тоже повыше подымем. Что у нас там еще? Эорл. Пеший воин темнолесья повыше подымем. Тенгелы. Тут все, все прям как на подбор все такие.
арнорских всадников. Молдав тоже ниже опустим. Шикарно. Все, у меня остается только ребята, которые нужна прокачка в самом верху. Они будут первыми у меня со всеми развлекаться. О! Вождь. Давай. Ой-ой-ой, какой толпой выходите, ребята. А ну-ка, стоп. Не хочу я с древогрызом сейчас развлекаться. Если бы они могли сразу напасть, то есть не ожидать вот этой вот херни не было, было бы вообще шикарно. Мы разбили бы уже Дуланса, остался бы Изенгард и все. Один причем Изенгард. Вот так. И все равно, блин, куча арнорских этих рыцарей. Какого хрена? Ну ладно. Шансы, что после этой битвы у меня поднимется еще пара человек на немножко выше рейтинг. Будет вообще шикарно. Так, шестеро, пятеро, четверо. Эти хотя бы в плен попадают уже хорошо. Так, во-первых, отборный воин. Лучник. Вообще шикарно, хорошо. Сохраняемся и продолжим в следующей серии. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока!